Всем добрый день! Сегодня мы находимся в строящемся комплексе в Винтергардене, и мы хотим вам показать модель дома, которая нам очень нравится. Вот такой дом, фасад. Пройдемте. Дом замечательный. Сейчас Алена нам расскажет детали. Заходите, Галина Леонидовна. Итак, добрый день. Всем привет. Мы вам сегодня хотим показать две очень интересные модели в Винтергардене. Дома очень красивые, очень просторные. Как правило, 4 спальни, 3 ванны, 3,5 ванны. Цена идет от 420 до 490, ну, до 500 тысяч долларов, в зависимости от комплектации, что вы выбрали в этих домах. Налоги на такие дома между 5-6 тысячами долларов в год. HOA, то есть то, что вы живете в этом комьюнити, стоит где-то около 178 долларов в месяц. В принципе, комьюнити не предлагает ничего такого особенного, кроме как есть ворота. Когда вы заезжаете, то есть он называется Gated Community, здесь есть прогулочная площадка для детей и есть для собак. Нет бассейна, нет теннисных кортов, нет ничего такого подобного, но они отличаются, этот конкретный застройщик отличается тем, что здесь очень интересные модели домов, и я думаю, что Галина сейчас вам очень медленно, красиво покажет. У них качество застройки очень хорошее на самом деле. И модели они предлагают... отличные от других застройщиков. То есть вот сейчас мы видим парадная столовая, которая практически сразу переливается, переходит в кухню. Единственный застройщик, который предлагает вот вам такое окно перед раковиной, это называется picture window, то есть как окно-картина. И тут же видим, что это открытое пространство, открытая планировка, нет никаких стен между кухней, очень большой остров на кухне, сейчас Галина вам медленно покажет. И красиво, мы стараемся для вас, поймите, что это очень информативное видео, мы всегда снимаем для вас информативное видео, а если вас что-то заинтересовало, мы всегда подробно можем вернуться и доснять дополнительно для вас тот или иной дом. Гранит входит. Здесь есть газ в этом комьюнити. Цвет кухни, конечно же, вы можете выбрать. Либо это стоит дороже, либо это стоит дешевле, либо что-то уже входит. Это такая больше как батлер место, то есть для вина, для сервировочное что-то. Сервировочное, да. И отсюда выход в гараж. То есть мы уже не будем, потому что там сейчас офис расположен. Да. Застройщика. И такая комната, пентри, да, она называется, да, для да, хранения каких-то утвари кухонной. Ну, кладовка, да, по-нашему кладовка это называется. Кстати, да, вот он какой. Да, как очень это? Большой остров, это называется, мы уже вам показывали в одном из видео, этот остров называется, когда вы делаете такой вот угол, камень продляется, это называется waterfall, угу. Как водопад. То есть вот это такое... название постройки вот конкретно столешницы подобного вида. Естественно, это gourmet kitchen, то есть означает, что вот эти встроенные две духовки есть, что очень удобно для любой хозяйки. По-моему, здесь вот это даже... Нет, это просто фальшь. Да, да, обычно. Иногда бывает, что здесь даже бывают какие-то так, полочки. Что мы видим? Ну, здесь мы видим с вами гостевую спальню. Хорошего очень размера, помещается достаточно большая кровать, естественно, остальная мебель. Гардеробная достаточно хорошего размера для гостевой спальни. Соответственно, есть у нее здесь своя ванная с душевой, с раковиной. И эта же ванная используется как для бассейна. То есть вы можете прямо из бассейна, не проходя через весь день, дом мокрыми ногами, просто вот, пожалуйста, воспользоваться унитазом или помыться, принять душ. Естественно, большие... раздвижные стеклянные двери, стеклопакеты стоят.
Ну, можно не выходить, в принципе, и нет, так мы не будем выходить, жарко, сегодня очень жаркий день, поэтому мы такие вялые, как мухи практически. Она там вырежет, что можно. Очень большой остров, позволяет вам просто разместить всех своих гостей здесь. Есть waterfall edge, это как водопад, очень красиво, когда они это делают, это смотрится красиво со стороны и необычно, ну и, соответственно, больше используется натурального камня. Ну, дальше проходим, да. Про бассейн я хотела сказать. Здесь лот достаточно увеличенный, поэтому здесь построили бассейн. Бассейн не предлагается в строительстве этого дома, но такой подобный бассейн можно построить где-то в районе 50 тысяч плюс. То есть вы можете его заказать, это будет 50 тысяч плюс к тому, что уже мы знаем по ценам. Повторюсь, цены на эти дома здесь до 500 тысяч долларов, в зависимости от комплектации, размера и что входит. И дальше мы проходим с вами хозяйскую спальню, очень большая, достаточно места, видите, где стою я, где кровать, то есть можно поставить здесь и сидячую зону сделать, и очень большая королевская кровать, королевский размер, называется king size, и дальше идет ванная, очень много окон, дом очень светлый, двери все 8 фитов в высоту, а потолки все где-то 9-10 фитов в высоту, то есть это очень высокие потолки. То есть видите, две раковины разделены, ванная, красивое окно. Очень большая душевая. Сюда можно компанию прям, наверное, поставить и всех вместе помыть. Кстати, да. Есть лавочка, да, что очень удобно. Обычно женщинам удобно особенно. И гардеробная очень большая. Ну да, это практически еще одна комната. Еще одна комната. Да. Лавочка вертикальная. Да. То есть здесь это прям так и сделано. Они предлагают эту опцию, иметь эту дверь. Из гардеробной ты попадаешь в стиральную комнату. Посмотрите, как уютно она сделана. Стиральные машины, шкафчики, раковины. Очень красиво все сделано, уютно. Дополнительно здесь, соответственно, панели для интернета, для звукового какого-то, то есть оборудования и так далее. Все здесь это подключено. И отсюда мы выходим и попадаем, соответственно, в дополнительные спальни, ванные. То есть это опция. Можно сделать такую лаундри, стиральную комнату, проходную. Это по желанию. Это еще одна такая спальня, которая может быть как детская. Хороший очень размер, хорошая высота потолков, точечный свет. Соответственно, здесь дополнительная ванная. Опять же, видите, в каждой ванной есть свет, есть окошко. Окошко, да. Да, это дает дополнительный свет вам. И причем ванны с унитазом отделены отдельной дверью. И здесь две раковины. Когда мы зайдем сюда, то есть представьте, вот здесь вот из гаража вы заходите в свой дом. Как раз таки здесь. И вот здесь вот это называется Arrival Center. Галина, пройди, покажи эту сторону. Здесь окно, светло. Ага. И Arrival Center, то есть здесь вы можете оставить свои сумки, верхнюю одежду, а обувь. Все для этого предназначено. Покажи просто сверху вниз. То есть такая как гардеробная, да, маленькая, небольшая. Раздевалка. Раздевалка, вешалки, да, все есть. То есть полочки. То есть очень удобно. Это такой закуток, который прячет все, что ну, не надо бы видеть другим людям, а при этом в доме всегда у вас порядок. По всему дому мы видим, лежит кафель, плиточка. В спальнях лежит ковролин. Здесь дальше мы видим офис. Вот уже сюда мы заворачиваем. С французскими дверями стеклянными. Из офиса из этого можно сделать дополнительную спальню. Это ваша опция. Вы выбираете сами, что вы хотите. Либо спальню, либо офис.
То есть, видите, можно установить красивые стеклянные двери, то есть дает прозрачность, не замыкает ничего. И здесь у нас, соответственно, дальше напротив кондиционер. И такая еще такая хозяйская какая-то дополнительное место для пылесоса, что вам нужно поставить по хозяйству, сглаживать. И мы выходим с вами, в принципе, туда, откуда мы начали. Как раз-таки в парадную нашу столовую, где вы будете принимать гостей. Дом очень красиво декорирован, конечно. Мы видим, вот это называется, видите, когда есть такие выемки в потолке, это называется tray ceiling. Это, ну, как бы, или вот даже вот здесь вот, Карина, проведи, покажи весь этот потолок в холле. Такая выемка. Это что-то как потолок-поднос, да, можно перевести, наверное, так, если мы прямо переведем. Но вот с такой выемкой очень красиво это смотрится, это придает потолку какое-то небольшое еще возвышение, то есть как бы выше потолок этот смотрится. То есть дом, вот он, казалось бы, очень уютный, очень вместительный, в нем есть абсолютно все. То есть из этого дома вы получаете, вот сейчас на данный момент здесь находится 3 жилых спальни и офис. Правильно посчитала? 1, 2, 3. 3 жилых спальни и офис. Новый офис можете сделать 4-й спальней, если вам не нужен такой офис. А сейчас мы перейдем и покажем вам еще одну модель этого же застройщика. Итак, еще раз подробно фасад дома. Гараж на 2 машины, вход в дом, парадный вход в дом. И еще один гараж. То есть получается здесь можно поставить в гараже 3 машины, 3 автомобиля. Итак, еще раз, дома во Флориде строятся не деревянные, не картонные, не какие-либо там, как некоторые думают. А посмотрите, первый этаж – это бетон, бетонные блоки. И второй этаж, по желанию, это будет фрейм. Но первый этаж всегда бетонные блоки. Современное строительство во Флориде –